Привет, мой друг. Сегодня я у нас в фабрику, и я покажу вам этот продукт станок. Вот мы видим, и потом мы видим процесс производства рулона и цветным покрытием. Вот здесь. И первый мы видим это замедляющий станок. Здесь вот. И потом входная петля, предварительная обработка, и потом пассивация. Здесь. И дальше здесь много вода. Это мыть водой и потом покрасить. Здесь покрасить. Итак, да, краска есть хорошая. Это краска дом. И потом здесь есть краска нормальная и хорошая. Я знаю, ваши границы есть температура очень высокая. И здесь миксап краска. Здесь вот. И потом очень много рулона.